Всем привет! Мы находимся на центральной улице в Можайске. Вот, в общем, мы вышли здесь и все разошлись. В общем, поехали все вместе. Бабушка, папа, Даня, Маша. Смотри, там ничего нет хорошего. Вот, в общем, ищем подарки. Вы Даню уже купили. Ну что не скажем. Какие-то подарки у нас есть, каких-то нету. Вот. Тут магазинчики всякие. Мы вот в них заходим. В общем, от нас есть подарки, от взрослых. А вот дети еще не подобрали подарки, так что мы разъединились. Сережа с Даней, а я с Машей. Бабушка одна сама. Да, бабушка сама по себе. И пошли за подарками. Ну, а подарки все увидите на Новый год, конечно. Так, у меня очки запотели. Да, мы ничего не скажем, это секрет. Да. Всем, кому интересно, смотреть видео. Новогоднее. А сейчас пойдем вот в этот еще магазин, да? Да, да. Смотри, как красиво. У меня потеют очки, кошмар. Что он... Смотри, у меня... Нет, а у меня, посмотри, как. Да. Я как этот. Вот там еще за продуктами надо будет. Вышли из магазина. Вышли из магазина, а тут у нас вон. Что, еще пойдем туда? Он тут уже салюты пускает. Так, ну, в общем, кое-что еще купили. Пойдем еще посмотрим. Да, ну, пойдем еще посмотрим, что еще есть. Кстати, вот тот желтый тоже красивый, который здесь. Да, ну просто мы выбрали синего. Не, ну синий прекрасно, а если в дополнение к нему, то можно и желтый. Ну да, а этот вообще головой должен качать. Ну, он странный какой-то. Так, идем дальше, может еще что найдем. Так, в общем, мы уже все купили с Машей, и Сережа все, что нужно, купил с Даней, и бабушка все купила. В общем, мы отвезли их домой и высадили там. Они пошли. Выезжай. Они пошли в дом, а мы опять поехали в Можайск, теперь уже за продуктами. Сегодня у нас последний день, надо закупиться. Завтра, если что-то уж такое экстренное, не знаю, нам не хватит или что-то случится, ну, я не знаю, там решим что-то другое готовить. В общем, вот только в этом смысле надо будет докупать. А так, конечно, хотелось бы все купить сегодня, потому что завтра времени на это не будет особо. Завтра приготовить бы все, подарки завернуть. Ой, как красиво деревце украшено. В общем, идем в перекресток. Сережа взял список, я вчера его обновила, и с этим списком как раз мы и идем. Так, итак, взяла я голубику, клубнику, детям. Вот такой микс. Малина, голубика, ежевика. Также взяла лаймы. Кстати, это мы уже в пятерке. В перекрестке ничего нету, а в пятерке отлично. Лайма, мандарины, хамончик, зелень. И вот вешенки, потому что шампиньонов уже нету, как что вешенки. Сережа берет бананы. Мокрые они, ничего? Они должны быть мокрые. Они же только оттуда же приехали. Тут приехали. Туда пойдем, смотри. Голубику поменяла на вот такой большой стаканчик, потому что я до этого взяла маленький, а пускай будет большой. Так, тортик вот возьмем один. Он сделан 29-го сделан. Вчерашний. Сколько он хранится? Короче, набрали воды, соки, сладости. И вон еще целый пакет. Сейчас пакет давай. Все. Все взяли вроде, все, что нам надо. Томаты черри только не было. Ну и ладно. А то что-то другое есть. Так что... Все нормально. Купили сегодня вот такую вот маску для волос с фиолетовым оттенком. Сегодня хочу попробовать.
Не знаю, будет ли на мои волосы. В моих волосах вообще видно, потому что у меня они не светлые. Ну, посмотрим, в общем, что получится. Давай. Вот этот подарок я запаковала без Маши. И для Дани, и для Маши. Потому что, как бы, чтобы они не видели, что здесь. Потому что есть подарки, которые... Вот только... А ты рассказала, да? Нет, я еще не рассказывала, еще не успела. А что ты вообще сказала? А я рассказала про то, что мы маски купили. Вот, в общем, мы заворачиваем подарки. Папа с Даней отдельно заворачивают те подарки, которые они покупали. Мы вот завернули вот эти все подарки, которые мы с Машей покупали. Еще у нас есть подарки, которые покупала я, но это и для Дани, и для Маши от них, потому что, ну, просто в связи с короной этой выйти никуда невозможно. Поэтому их вот я завернула, чтобы было. В общем, сейчас у нас будет сбор подарков. Вот там, слышите? Скотч скрипит. Это Даня с папой. Еще у меня есть отдельно подарки от меня папе, папа для меня. В общем, мы сейчас все кооперируемся и все заворачиваем, чтобы никто не видел те подарки, которые он не покупал. Вот, у нас будет целая подъелочка такая. В общем, под елочкой все будет в подарках. Гора подарков. Да. Ну, это завтра это будет все ждать. А я после этого еще пойду, значит, уже кое-что приготовлю на завтра для салата. Тут у нас сидит такой хороший. Привет, привет. Твоя игрушка. Твоя игрушка. Идем ко мне в гости, в комнату. Пошли. Точнее, не пошли, пошли письмо. Пойдем. Пойдем, пойдем. Короче, друзья, сейчас я вам покажу, что происходит у нас вот в этой комнате. У нас есть голубая комната. Вот эта вот голубая такая. Не голубая. Как она? Как этот цвет называется? Фиолетовый до сирени. Вот. Сейчас покажу, что там происходит. Только тихо, 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 тихо. Сейчас подсмотрим, Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что происходит. Так, что у нас происходит? Тут Маша. Машу тут красят. Красят Машу. Я посмотрю, что получается. Вот так Маша получается. Вот Маша получается так вот. Давай, ну где ты? Сейчас подсмотрели. Сейчас потом еще покажу кое-что. Что я покажу? Сейчас мы что-нибудь посмотрим. Елку видели нашу? Вот за мной. За спиной елка моя. Вот елка. А вот кошка. Сейчас кошку покажу. Смотрите, вот это кошка. Кошка. Тихо. Ты такой пищит, а? Пищит на тобой, не мой если. Кошка. Так, Маша покрасилась, но под цвет показывай. Пошли на кухню. Сюда иди. Не, ну иди сюда. Это, на фоне елки. Что видно? Поверни. Не, ну иди дальше, ты, Маша. Иди дальше по цвету тогда. Видишь, фиолетовый оттенок. Поворачивайся. Что видно? Да. Сзади я не это не. Ну, оттенок такой идет фиолетовый. Ну, только тут высохли. Еще, ну, тем более они еще не высохли до конца. Да. Угу. Отлично. Так, ну все, вот, Маш. Завтра еще сниму ее на свету. Вот я уже поставила курицу, и сейчас мы пойдем подарочки сносить. Да, подарочки. Угу. Так, мы уже снесли большую часть подарков под елочкой у нас. У нас их что-то тут 40 штук, чтобы бабушка не носила свои подарки. Ну, тут разные. Хорошие. Плохие. Нет. Спасибо, ну, я имею в виду и хорошие, такие подешевле. Подешевле, все понятно. Экономите на нас. Вот, в общем, вот столько. И это еще не все. Сейчас надо еще снести, и от бабушки будет. Так что смотрите, друзья. Сколько у нас подарочков. А если носок, знаешь, как делать? Этот, на
носки там пара и это. И бил, и води пакет, один пакет, другой пакет. Ты тоже делала? Нет, что же я буду один носок-то вкласть. А да, а что больше штук было? Издеваешься, что ли? Да, спасибо. Вот у нас сколько подарочков, но это еще не считаю бабушкиных, потому что она еще свои не положила. Здесь. 37 подарков, пап говорит. Ну, не считая бабушкиных, опять же, повторяю. Капец. Ну, мы будем везде их открывать. О, сам большой подарок везет. Кто здесь, а? Кто? Кто тут ходит? И кошка вылезла оттуда из подарков. Ясно? А второй подарок. А главный подарок со мной. Да. А нюхать. Все вот тут мне понаставили, а? Ага. Все мне, да? Молодцы. Свободно, идите. Я разберусь. Да. Кошка всегда любопытна. Вот речь лежит, он ходит. Они что-то мечтают, что бы сожрать. Да. А ты, Рич, ну ты куда лезешь? А кто там у нас? Кошка? Рич, ну ты куда? Ку-ку. Ку-ку. Рич, ну ты что делаешь? Я тебя не звал. Ты что, ругаешься? Ну ладно, давай лапу. Давай, друг. Мессия, мессия. Давайте, мистер. Ричард. Вы только посмотрите, кто там. Это ей не мешает. Это вообще Ася. Лечь, а ей мешало бы. Ася. Она специально туда прыгнула, чтобы это все сваливать. Нет, вы посмотрите на нее. Это у вас не было? Была бабушка. Я свой сериал. Она тоже запрыгивала, выходила и ушла. Ничего не сваливала. А сейчас она хотела свалить. Да. А ты что смотришь? Не надо внимания. А? А ты сразу... Ах ты, гадина, ты что сделал? Я тебя снимаю. Это... Это мой телефон вообще, что ли? Вообще не снимаю, у меня памяти нету. На что я А это очень снимать? Интересно, ты потом вставляешь...